Приветствую вас, дорогие наши зрители. Лю Мэнкрафт в отчаянном меньшинстве с орудийными башнями в качестве вашего единственного компаньона. Лю Мэнкрафт — это шутер с видом сверху с элементами строительства базы. Пройдите через полностью разрушаемую среду, чтобы получить драгоценные ресурсы. О, в принципе, есть онлайн, но немножко. Опять же, для как для одного, как для кооператива под общим экраном, контролер, мастерская, Steam, много всего, даже есть редактор уровня, что самое интересное. Игра стоит 999 рублей и, конечно же, с отсутствием русского языка. Куда ж без этого, боже мой. По всем требованиям, я думаю, смысла нету. Пиксель-арт — это, как всегда, что-то не... что-то такое. Опионс. А почему я опионс прочитал? Так, ладно. В принципе, нормально. Вроде как фокус идет, но я просто в OBS-ке звук немного убавлю, чтобы меня еще лучше слышно было. Боже мой. Underground server. Вот, естественно, мы выживаем. Старт туториал, старт гейм. Может быть, сразу начнем, как хардкорные люди, без жесткого обучения. Сами, как говорится, научимся. Врагу не сдается наш гордый варяг. Entering map. Немного шрифт, на самом деле, свиноконский. Практически нечитаемый. Особенно, когда желтно-фиолетово. Что это такое было? Звук зачисления зарплат? А. Так, Fend of you... А, все, хорош. Вау. Нихера себе. Металл, пистолет и всякие штуки-дрюки. Опа. У меня есть бур. Металл добываем. Японский дом. Слушай, ну если в принципе с выживанием, так еще и несколько режимов, то это достаточно прям неплохо. Смотри, а ресурсы еще и следуют за тобой, если ты вдруг пропустил. Так, это что у нас? Space build? А, это можно будет свою шахту типа, да, забахать потом, чтобы это все работало на тебе. Здорово, братан. Ты буром и... Эй, уйди. Раки. Уйди нахрен, я сказал. Ёпта, как сменить, чё? Да забури ее нахрен. Ёптартыр, это что такое-то? Подожди, мне нужно оружие, есть? У меня есть пистолет. Вот, со стволом лучше. Ля, ну это на самом деле... Ну ладно, надо было все-таки обучение пройти. Я думал, это граната. Ну почти. Я думаю, сейчас подорвусь сам. Так, ладно, у нас есть shift. О, у нас есть рывки. Неплохо, неплохо. Да, на год. На года. Года, да, вроде движок, если годжет. Как он там? Сделана игрушка. В целом, ну, они, кстати, большинство, ну, таких годненьких игр на самом деле есть выгодно. Интервьюшки брал тоже у ребят. Можно сделать годную игрулю. Так, собрал Люмин Клям. Грибочки. Грибочки, ребят, это грибы. Здорово. Да хорош. Я не знал, что так произойдет. Нихера себе. Слышь, так оно разъедает как. Стой, подожди, а мне теперь интересно. Получается, если я возьму бур, я могу это все. Ля. Алмазы, алмазы, бабки. Ты посмотри. Это про... Походит игра на про гномов, которые бухают, блин, название все время забываю. Ты посмотри, как четко прям. Прикольно. Бля, на самом деле это неплохая механика вообще. Опять же, вот единственный минус, который на данный момент я пока выделяю, это отсутствие русского языка. Гриб забурил. Камень. Так, тихо. Не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Бля, он тоже стреляет. Да хорош, ёпта, отстань от меня. А, еще яд, ясно. Простите, я не хотел. А, можно перезарядиться? Так, подожди, есть сундук. А в сундуке? 15 металла, хорошо. Также у нас, что у нас по инвентарю? Есть ли он глобальный? Есть ли хоть что-то, чего-то и как-то? Ешка также открывает. А, это меняет, подожди.
А металлы... А это можно сожрать? Спасибо. А что можно сожрать? Да хорош ты, жри что-нибудь, а не кидай фонарики на воздушном шарике. Так, подожди, тогда бур попробуем. Так, у нас еще есть М-ка. Это у нас... Мэфина, Майкарта, так, Метартера. Так, а это все, это цвета ископаемых, так скажем. Это крафт, да, я так понял? Мичиган. Хорошо. Как заводится, прикольно. Как триммер, который траву косит. Вот это нравится, смотри, как разгоняется нормально так. Интересно, алмазы же по-любому можно как-то перед... А там что, босс или что? У меня один вопрос интересует, как подхилиться, а так... так, есть семерка. Нету. Ладно. Не хочешь, как хочешь. Тут можно херачить, ё-моё. Так, ладно, выбираем давайте пистолет тогда и будем... А, четверка, да? Четверочка. Так, у нас патронов, в принципе, до усрачки пока. На данный момент мы имеем. Здорово, как сам? А это грипп, ну ладно. Что-то музыка какая-то странная, как будто она пропала, просто нет. Так, и у нас остается в эту сторону, но здесь можно еще пробурить, короче. В принципе, все помечается, но давайте пока можно по карте. Это что за лужа, электролизованная, что ли? Опа, золотишко. Оп, металл. Ух ты, это что за... Это... Это пауки! Причем агрессивные. Это что такое, эра? Это что... Я! Ты идиот! Идиот! Какого хэ он умер? Я не думал... Надо было обучение проходить, я так и знал. Суицид, ёпта. Я сейчас верну свои... Верни мне мои деньги. Ля, какой звук шикарный на самом деле. Когда он подбирает. Так, ладно, идем, мы собрали. У нас... Оп! Да хорош! Ну все. Забаговал пацана. Он думает, что я бурить пойду, а я вот хрен тебе. Так, ладно, подожди. Ля, маленький попасть. Вот этот фиолетовый жестокий паук сраный. А, он взрывается, он еще взрывается, обалдеть. Допустим. Они могут, наверное, скорее всего, здесь еще яйца какие-то откладывать, и что-то еще будет. Там, подожди, там что-то светится, постоянно. Блин, я по привычке хочу перезарядиться, но понимаю, что R это... Вот здесь дыра, да, есть? Опа. Ой-ой-ой, там глист, там очень жесткие типы. Бля, дайте мне пулемет для таких случаев. Я с одного паука не могу с пистолета застрелить. Бля, что-то очень сыкотно. Тут смотри, есть еще синие минералы. Может быть, дай попробую. А, их нельзя ломать, я понял. Блин, а там очень много, а там очень много. Ибо. Тихо. Так, одного бахну. Хорош. Хорош. Надо самонаводящие пули делать для таких случаев. Ну там что-то светится, там, скорее всего, можно подорвать, наверное. Может быть, на. Я не хотел умирать, бля, хамоха до такой-то степени. А можно еще поджечь? Здесь еще смотри, как все сделано, а? Жестко. Ну, блин, буду знать, что есть и такие здесь. Это типа магний, ну, что-то такое. В принципе, пещерка. Жестко. Хотите ощутить настоящий дух соперничества? Проверить свою реакцию? Провести слаженные командные действия, чтобы победить? Тогда эта моба игра для вас. Теодар – российская игра в жанре 3D моба, вобравшая все лучшие механики зарубежных аналогов. Множество разнообразных игровых режимов позволяет объединить от 2 до 24 игроков на локации одновременно. Здесь есть где разгуляться для прокачки и изучения красивейших игровых просторов. В бою используется система без прямого выделения объекта мышью Non-Target. Эпичное сражение, осада замков, разнообразные истории, персонажи, множество типов брони и оружия.
Вау, подожди, смотрите. А, так она еще вот так делает, что... Она потом... А, нет, она не ломается, подожди. Может быть, попробовать и сюда кинуть? Здесь по логике же тоже может бахнуть. Может сюда кинуть прям. А, так они, смотри, они даже камни отламываются. Слушай, ну не... Бля, я что-то мне сыкотно, понимаете? Так, подожди. Тихо. Так, а чё? Ну, кидай туда. Может быть, здесь тоже бахнет? Почему здесь это не работает? А, они не могут пролезть. Хорош, ладно, допустим. Давай бур возьмем. Ой-ой-ой, срать тебе, насрать. По-любому их можно было взорвать. Посмотри, сколько тут до усрачки. Не, ну они умирают с одного выстрела. Это хорошо. Так, что произошло? Подожди. Ой-ой, они брату позвали. Зелененькие пауки, да ёб твою бать, угободись. Допустим. 2, 3, 4. Хорош. Так, а чё вы там охраняли? Здорово. Блин, мне кажется, когда где-то больше много пауков, это означает, что это писец. Тут либо самка, либо еще что-то. А если они там возрождаются постоянно? Вот они идут, это саранча гребаная. Меня радует, что они умирают с одного выстрела. Так, там алмазы. Допустим. А здесь еще есть? Давай, еще подорвись, вообще будет шикарно. Бля, естественно, все загорелось, да? А, нет, нормально. Слушай, а может быть там в пол можно забуриться? Мы же как бы типа обучение-то не прошли, здесь скорее всего есть эта возможность. Я что-то об этом не подумал. Почему я и затупил. Интересно, а питание, энергия бура этого самого есть, нет? Ну как это так токсично? А, ну здесь нет выхода. Так, вот здесь что-то надо делать. Так, подожди, а может быть... Что еще есть? Так, кристаллы. Угу. Так, допустим. Стой, подожди, но у нас опять же есть ресурсы. Скорее всего, их можно, наверное, сейчас сдать. Я так думаю. Опять же, здесь есть вот такие алмазики. Их тоже бы... Вау, они тоже они взрывоопасны, я понял. Подожди, ну вот здесь есть проход. Как бы он не про... Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Когда мои друзья со мной... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да иди нахрен. Ёб твою мать. Устроили тут, бляха, муха. Ну он типа... Ладно, тут типа прохода, ладно, допустим, нет. Здесь большая паучиха была, да? Меск. Здесь же по-любому задание собрать цель. И вообще здесь все какие-нибудь гранатами закидал жестко. Вот здесь вроде как серый, это ведет к определенным проходам, которые вот здесь светятся. То есть это все нужно бурить. Но я вот думаю, нужно, наверное, ресурсы сначала сделать. Тем более у нас есть время. Здесь жизни. Ага. Ну типа не хватает, да? Так, давай-ка вон тогда возьмем. Все, у нас сотка есть. Фул, инвентарь фул, говорит. Так, это экстракты.
Это что? Апгрейд? Это тоже апгрейд, защита. Что-то прям дохренища всего-то, ёпта. И тоже везде роль играет алмазики, ёпта. Угу. Значит, скорее всего, проходить через вот такие объекты. А чё, он серый не пробивает? Стоп, что-то я не понял. Как бы есть энергия, но... Так, а как туда попасть? Подожди, ну давай пошли. Грёбаный гриб прям раздражает. Никогда еще грибы не бурил, конечно. Так, ну там еще проход вниз есть. Вот здесь как бы типа можно пройти. Он потихоньку ломает, но... Что-то я не понимаю. А может быть с этой стороны? Вот, пошел процесс. А, нет, тупик. Тупик, 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 тупик. Из всех тупиков, которых только можно. Deep Rock, да, вот, вспомнил. Я вспоминал все это время. Про где бухает Deep Rock вроде. Так, ну у нас еще низ проход есть, кстати. Нафига я? Я лучше срежу, как говорится. Вот там он теперь светится вот здесь. Я не знаю, что это такое. Может, какой-то особенный паук, либо еще что-то. Подожди, вот здесь есть проход. Ну, нам же ее, по сути, тоже зачистить, эту шахту надо, по логике, опять же. Вот здесь тоже. Подожди, а здесь это что такое? А если... А, это железо, какое-то железо. Причем, мне кажется, это взрывоопасно. Нет, ни хрена. Угу. Типа обсидиана, может быть, что-то такое. Самый жесткий. Но там вот какой-то пиздюк, типа приближается, но типа не приближается. А, здесь алмазики откуда появились. А, нет, он не приближается, это так и есть. Ну и все, по логике получается, нам что, нужно забирать алмазы? Но синенький он же не сломает. Значит, они либо взрываются. Бля, нифига себе, алмазная. Смотри, какая штука-дрюка. Блин, плохо нельзя приближать. Я бы очень добрадовался. Так, ну здесь можно пробить. Но они точки показывают, в принципе. Ой, бля. О-о-о-о! Жестокие пауки. Пауки-убийцы. Тихо. Уйди с корабей, сраный. Да хорош. Бля. 35 хп. Уйди, говнюк. Прикиньте, если бы они еще типа взорвались и как бы... Ах, ты спрятался хорошо так. Ты умер? А, ты забаговался. А, нет, ты не забаговался. Прости, я больше не буду. Ты алмазы жрешь, что ли? Так, тайник нашел. А, 15 металла, хорошо, хорошо, хорошо. Подожди, а чё? Все, я могу здесь тусу-тусу делать. Один алмаз. Это надо здесь вообще все пробурить, наверное. Какую-нибудь жопу да приду. Ну вообще на картах отмечается вроде, насколько я вижу. Вон точка стоит, там где сундук, наверное. Ай-яй. А, забаговался. Ой-ой, мощный, мощный, мощный. Еба, он наносит урона. Гребаный ты. Ради чего? Ради одной вот этой штуки? У меня все, хп кончается. 7 хп. Так еще самое интересное, что хилки-то нету. Хилки нету и все, и ты не знаешь, что делать. Да, нету. Так, бишка еще попробовать. Селик, так, что у нас есть специальный? Реквием 150, это нужно построить. Так, есть, смотрите, с крафтом. Что это такое? Билдинг, билдинг, шмилдинг. Да хорош закидывать, ёпта.
сердце стучится так, как будто... Как будто шамана бьют колокол. Что-то мне это... Подожди, а здесь что, дальше проход был? А какого лешего я его не встретил, типа? Допустим. Дай-ка осветим. Взорвись нахрен. Ой, тихо, тихо. О-о-о, садомиты. Да хорош. Допустим. Неплохо. Да убей ты этого зеленого. Он так-то вообще урон больно наносит. Так, а здесь обычный проход. Ладно, допустим, я обычный его... Опа. А, вот с какой жопы это вылазит, да? Ну-ка, на. Сожри его. На, еще один съешь. А, ну он по одному хп отнимает. Давай. А можно просто зажать и как бы стрелять? Это сколько раз надо кликнуть? Я его победил? Что-то прям зависает как-то странно. О, он просто попался. У меня 7 хп реально. Хорош. Инвентарь фул. А, буллет, а, еще и металл. Ля, я не смог собрать, не смог собрать. Бери хоть что-нибудь. Нужно сдавать ресы. Нужно сдавать ресы. Блядь, да уйдите нахрен. А здесь походу... Нет, здесь проход был. А почему я его не увидел ранее? Я же вроде сюда упирался. Так, надо сдавать ресурсы. Вот эти дырки интересные какие-то, они помечаются так, как будто там кто-то вылазит. Так, мы 100 накопили этих штук дрюк. Я же умею бегать, чё я хожу. Так, а чё я могу сделать? Это высирать кристаллы? Хорошо, допустим. А если здесь такая, блин, камни, а, блядь, взрыв. Все, 3, 2, 1. Я не смог спастись. Что происходит? 85, первая волна, что-то произошло, короче, непонятно. Так, а что я делаю, подожди. Допустим. Босс, атака босса, да ну нахрен. Здесь нужно успеть все сделать. А, все, я понял, для чего здесь прокачка базы, защита и так далее. Все, началась. Ёпта, ебать, угободись. 5 хп. Убейся. Бля, патронов нету. У меня нет патронов. На, гори. Гори нахрен. А что мне делать, у меня нет патронов? Я свечу всех. А как воевать-то, ёпта? Ёпта, ебать. Освечу себя. Бурить всех буду. Был пацан, и нет пацана. Так, а может я успею появиться? Картошка хоть какой-нибудь покидай, я не знаю. Блин, да ничего нету, все, убили, базу сломали. Лоханулись мы. Как и всегда. Страшно, знаю. Больно, понимаю. 22 минуты мы продержались, а по факту очень долго. Не, ну собрал я нормально, собрал нормально. Подожди. О, 3900, 278 место из 285. Так, ладно, допустим. Вот, допустим, скип. Так, и чё? Ловим брос. Экстрас, манбец, карейт. Так, это посмотреть папки. Гаммон Хьюдза, кредиты, описание. И можно самому карту сделать и играть в кооперативе, я так понял. Давайте посмотрим режим создания карты, что он из себя представляет. Загрузить неф-карты, конечно же, есть, что получается, размер 2048 стандартный, дирт, бедрук, металл, допустим, бедрук.
Давай посмотрим, сгенерируем, посмотрим, что здесь есть. Здесь также, я так понял, можно самому захерачить, правильно? Clear. И давайте начнем, допустим. Давайте перейду. А что в смысле? Ты где? Вот, correct. Начинаем. Допустим, у нас есть вот так. А что я? Подожди. А что я? Ну-ка, дай-ка. Поддержим наших, братва. Так, ладно. Шутки шутками, конечно. Но на самом деле. Здесь будет алмазная долина. Здесь будет обсидиановый чего-то. Здесь будет зеленый штучка. Здесь будет бедруга. Здесь будет вот такая железо. Ну не, на самом деле здесь можно очень круто и классно нарисовать. Что просто обалдеешь. Я люблю, на самом деле, вот создание Drill, Spare Workshop, Shotgun, вот дробаш, вот, допустим, давай вот здесь вот сюда кинем, дробаши, вот, вот что значит читер, Start Point, смотрите, можно создать здесь, и в принципе, да, вот так вот, по логике, так, Nef, Wave добавим пауков, короля паука добавить надо, Add Wave, еще добавить, все, прекрасно, одни будут у нас пауки, хорошо. Неф, Тесма. Давайте, конечно, проверим. Почему нет? А, спавнер. Нужно спавнер поставить. Подожди. Спайдер. Спайдермен. А можно мне XP сделать не 100, а сделать 999. И тут тоже. Нет, но если дело, то сила 99, скорость 99, стамина 99, это 99, бэкпэк 99, дамаг у меня будет 9. Какой 2? Я все, я читер, дамаг. Шотганмен. Открыто. Все открой, я просто монстр. Добавить ивент также добавляешь. Кстати, достаточно неплохо. И на мой взгляд, достаточно неплохо. На самом деле. Как бы это странно не звучало. Зададим типа. Какой публишер? Spawner exist. Так, spawner exist, да. Типа. Так, saving. Так, что это значит? Spawn resist. Exist. Подожди, start go rusty. Должен этот поставить, я так понял. У нас стоял прибор, который якобы можно было для прокачки. Там please message VSP. Вот он. Вот сюда поставим. Все, теперь можно начинать. Да какой это хер сейф? Так, ну что, тестируем. 500 дробовиков и 2 ПВЕ. Иии, сколько у меня ХП. Обалдеть. Спайдермен. Я лучший создатель карт, на самом деле. Меня про... Обо мне знают абсолютно все. И все ходят огромно. Все, у меня игра зависла, я сразу слабо. В любом случае, достаточно неплохая задумка, ребятки. Экспериментируйте, играйте. Я думаю, стоит своих денег. Единственное, действительно не хватает русского языка. Но я думаю, это не так критично. С вас, конечно же, лайкос. С вас, конечно же, подписка. И с вас, конечно же, удар в колокол. Ну, а с вами был Хейл Хант, ребятки. Всем спасибо, всем пока.